что будет сегодня. Ну, мне кажется, Филиппины все-таки должны забирать этот матч. Команда хорошая. С бросками и с хорошим нападением. Находит скидку на Авдеева. Ларан. Отлично. Передачу дает на Астрелан. Хороший проход от Фебре Джея. Ну и убирает себе мяч. Австрия. Дальше находит Рападоса. Рападос. Что за бросок из-под кольца? Лейкерс в атаке. Латышев со средней. Здорово. Забивает 2 очка Латышев. Так, ну и открывает счет Лейкерс. Дальше по периметру мяч разыгрывает. Фебре. Дальше на Авдеева. Авдеев из-под кольца. Здорово. Лейкерс. Длинченко Антон присаживается на скамейку. Вместо него уходит игрок под 96-м номером Максаков Глеб. Так, еще бы чуть Длинченко вправо влетел. Ну и фол бы дали. Австрия из-под кольца. Ну и легкие 2 очка опять забивает. Фри пока что Лейкерс. Длинченко. Дальше со средней. Здорово. Забивает Деленченко. Дальше на Латышева. Проходит, скидка находит на Скляра. Скляр как распорядится. Ой-ой-ой, Скляр, что забивает? Мяч как будто теряет. Из-под рук Филиппина. Так, из-под кольца. Здорово, Латышев. И N2 от Максакова Глеба. Так, еще штрафное. Ой, в молоко мяч прилетает. Рападос тут же доигрывает. Авдеев под кольца. Ну, это легкие очки для него. Ну, можно, в принципе, поиграть на Авдеева. Частенько в пот у нас остается играть до конца первой четверти. Латышев находит скидку на Деленченко. Деленченко в проходе. Какой проход. Фебре. Дальше на Авдеева. Авдеев из-под кольца здорово реализует. Так, Ларан. Кольца засасывает. Мяч не... Хорошо. 8 секунд у нас остается. Будет ли атака за Филиппина? Не знаю. Видимо, не будет, да. Ченко 3, бэм! Под кольца, Авдеев там его почти что накрывает. На сопротивление бросал Ладышу, грубо говоря. Ой-ой-ой, Деленченко, что творит сегодня? А, нет, не, фол, не понимаю, друзья. Деленченко 3. Хо-хо-хо, Деленченко! Вторую... Так, здорово, очередные 2 очка набирает. Так, атака за Филиппина. Ой, здорово, Австрия, Лан Эдисон уже забивает. Так, друзья, продолжается игра. Из-под кольца там Фебра не попадает, Авдеев на подборе, со второй попытки срочно, срочно забивает. Так, бегают. Зеленченко. Лазар из-под кольца, здорово. Ой-ой-ой. Ну, на красоту хотел сыграть Максаков. В принципе, получилось, но для команды это не вышло. Ой, ну лук передача дает такую Австрия. Отлично. Oh.
Ой-ой-ой, что происходит там? Кольца. Дальше находит скидку на Максакова. Максаков, ну. Хороший проход. Скляр, ай, красавчик, Скляр. Первый забивает. Второй тоже реализует. И на подборе добивает, все-таки два считать. Да, Рападос забивает под конец тайма, друзья. И заканчивает наказывать Лейкерс. Сейчас посмотрим на штрафные Латышева. Так, Фебра с мячом. Начинает атаку, заслон ему Салазар ставит. Дальше Салазар из-под кольца, здорово. Разбирается. По Фебре. Авдеев продавливает, здорово. Забивает Фебра первый. На Элтона. Хорошее взаимодействие, но потеря в итоге. Рападос убегает на легкие 2 очка и забивает их. Линченко. Обратно. Ладно, что же. Отличная защита от Филиппина. Австрия. Ой-ой-ой! Австрия! Что? Торрес. Авдеев. Здорово. N2 от Авдеева. С угла. Не точно от него. Следует бросок. Салазар. Что за проходной двор там устроил Максаков, интересно. Латышев. Дальше. Хорошо было вроде движение, но потеря в итоге. Фебре очередные 2 набирает. Но поплыли. Поплыли. Лейкерс. Что творит? Что творит Авдеев? Фебре хорошую скидку на Дэвида отдает. Потрясающе просто. Латышев. Дальше Деленченко. 3. Бэнк. Забивает 3 Деленченко. Качает. 54-39. Австрия. Находится Лазара. Хороший Лутон. Выходит на площадку вместо Максакова. Так, ну и Фебре на линии. Первый забивает. Красиво обыгрывает Воробьев. Дальше Деленченко. Надо забивать. Ой-ой-ой, Деленченко. Очередные 3. Латышев. Хорошую скидку вырезает под кольцо. Там Скляр не упускает, возможно. Вот вроде забивает, да, 4 из 5. Но бывает и в молоко броски. Такое тоже бывает. Салазар. Латышев. Дальше. Хороший разворот от Скляра. И здорово, Скляр. Там двое игроков из Лейкерс, но... Нашел все-таки скидку Австрия на Дэвида. И что за взаимоигровочка у команды Филиппина? Салазар реализует. Так, первый забивает Австрия. Будет ли второй? Торрес. С левой руки. Красиво как. Пока Скляр не попадает первый, надо забивать. Забивать хотя бы. Не расстраиваться из-за того, что проигрывают. В любом случае, надо доигрывать матч. 17 очков преимущества. Австрия.
средний, здорово. Австрия. Находит хорошую скидку под кольцо. И как там Австрия выкрутился. Пил за линию перед броском. Латышев, это Дельниченко еще раз пробьет. Антон. И забивает. Дэвид. Убивает два очка из-под кольца. Латышев 3. Так, неточная атака. Дальше Скляр. Скляр под 45. И наконец-то забивает Скляр. Австрия. Это передача, видимо, была под кольцо. Там Торос реализует 2 очка из-под кольца.